Маша Фортеляша наша. Она вот пока мелкий где-то ходит, он сегодня два раза пытался подойти к Маше, посмотреть. Маша тут немножечко возбуждена. Пришлось дать мелкому гопнику дрыном по заднице. Он обиделся на маму и убежал. Вообще убежал. Куда, не знаю. Вот где-то на территории. Вот наша вредина медведина. Во всей красе. Вчера это прелестная животинка умудрился отключить электропастух. Сейчас где-то пробивает. Я час вот тут ходил. Час. Потом скосил все. Что ты, вредина медведина? Скосил все. И пошли искать. Что? Нет, я тебе не дам рыбы. Не. О, вот. Пожалуйста, видите? Вредина медведина прислонила круг. Что ты там? Нету рыбки. Ой, нету рыбки, ой, девочки. Ой, у девочки нет рыбки. Единственное благо, что тут не касается электропастуха. А это еще что за дела? Это не медведь, это... Чудовище хуже карасину. Палок понавешал. Что ты, привет? Жуткое животное. Так. Хулиганяш. Легоняш, поклоняш, наклоняш. Вот ваша красавица во всей своей красе. Вот как она еще не дотянулась до этого дубка и не разъяснила его, остается загадкой. Надо сегодня устроить на нее ПХД. Перекрыть шибер и... Мы сюда вот рабочие перенесли рамы, некоторые со стеклом, некоторые без стекол. Это моя такая стратегическая ошибка маленькая. Вот на этом месте мы хотим строить теплое помещение. Это был и была комната для волонтеров, и туда перенесем печку, перенесем обогреватели, чтобы на тот случай, если будут какие-то сильные морозы, там аистов из теплицы перевести, там дикобразов. Такое здание должно быть достаточно большое. Я так прикидывал, 10 на 5. Но что там мне... что мы не потянем его по строительству. Надо прикинуть всякие варианты. Я подумал, там СИП-панели. Смотрел эти СИП-панели, как будто они из золота сделаны. Блоки газобетонные. Ну, сейчас тоже достаточно дорогие, но надо узнать. Может быть, из блоков. Также нанять бригаду и из блоков сделать.
на сваях, чтобы можно было потом разобрать. Вот. Красиваша. Маша красиваша. Или посчитать купить ОСБ 15-сантиметровую минувату или 10-сантиметровую минувату. И уже эти СИП-панели сделать самому. Что ты вредит на медведя? Планы в громадье. Ладно. Вот вам ваша Маша.